Универсал Kia Ceed Sportswagon был представлен на Женевском автосалоне 2018. В новом третьем по счету поколении название модели теперь пишется без апострофа. Ceed – это аббревиатура от Community of Europe with European Design, что означает «автомобиль для европейского сообщества» с европейским дизайном. Разработкой машины занимались во Франкфурте. Спереди универсал идентичен хэтчбеку. Его заднюю часть отличает спортивный дизайн с оригинальными фонарями и бампером. В компании заявляют, что багажник Kia Ceed SV – самый вместительный в классе среднеразмерных универсалов. Для российского рынка серийное производство Ceed третьего поколения началось на заводе «Автотор» в Калининграде летом 2018 года. Доступны три варианта двигателей и шесть комплектаций. Интерьер нового Ceed SV в характерном для всех современных автомобилей Kia дизайне с горизонтальным зонированием и немного развернутой к водителю центральной консолью. В зависимости от комплектации новой Kia, Ceed оснащается 5, 7 или 8 дюймовым дисплеем мультимедийной системы. Для синхронизации смартфонов есть Android Auto, Apple CarPlay и Mirror Link. В топ-версии предлагается аудиосистема JBL. Уже в комплектации Comfort, первый после базовый Classic, можно получить такие опции, как подогрев рулевого колеса, сиденье и даже специальный электрический отопитель салона. Можно быстрее прогреть салон, пока температура мотора еще не высока. Зарядка USB дополняет 12-вольтовую розетку, еще одна имеется в багажнике, а опционально предлагается беспроводная зарядка для смартфона. Очень вместительное багажное отделение универсала дополняет несколько ниш, в одну из которых можно убрать шторку багажника. С помощью удобного механизма спинки задних сидений могут быть сложены дистанционно, прямо из багажника. Аналогично хэтчбеку Ceed SV предлагает на выбор один из трех двигателей. Это два атмосферных агрегата объемом 1 и 4 литра с отдачей 100 лошадей, крутящий момент 134 ньютона-метра и 1,6 литра, мощностью 128 сил, 154 ньютона-метра. Для любителей погорячей предлагается 1,4-литровый турбомотор, 140 лошадиных сил и 242 ньютона-метра. Базовый 1,4-литровый мотор сочетается только с шестиступенчатой механикой. С 1,6-литровым доступен еще и шестиступенчатый автомат. В модификациях 1,4T, DCT универсал доступен исключительно семиступенчатым преселективным роботом с двумя сцеплениями. Скоростные показатели следующие. Разгон до сотни с базовым мотором 12,9 секунды, максимальная скорость 183 км в час. У моделей 1,6MT и 1,6AT. Разгон 0-100 км, час за 10,8 и 11,8 секунд, максималка 195 и 192 км в час. Топ-модификация разгоняется до максимальных 205 км в час, разгон до 100 км, час за 9,4 секунды. Модели с атмосферными моторами потребляют в среднем 6,5-7,3 литров на 100 км. Турбо-версия 6,1 литров на 100 км. В новом поколении Kia Ceed построен на платформе Kia с обозначением K2, та же, что и у свежего Hyundai i30. Автомобиль использует полностью независимую подвеску всех колес, спереди MacPherson, сзади многорычажка. По сравнению с предшественником изменены точки крепления элементов подвески, настройки рулевого управления и демпфирующих характеристик, изменена конструкция стабилизаторов и так далее. Глобальная модернизация шасси позволила улучшить управляемость и безопасность универсала. В новом поколении все тормоза дисковые вентилируемые. Длина, ширина, высота третьего Kia Ceed Sportswagon составляют 4600, 1800 и 1465 мм соответственно. Относительно модели предшественницы он стал на 95 мм длиннее, на 20 мм шире и на 20 мм ниже. Величина колесной базы осталась неизменной – 2650 мм. Объем багажника теперь достигает 625 литров на 230 литров больше, чем у хэтчбека. Задний диван складывается в пропорции 40, 20, 40, максимальный объем багажника 1000,
694 литра на 403 литра больше, чем у хэтчбека. В базовую комплектацию Kia Ceed SV входят фронтальные и боковые подушки, шторки безопасности и мобилайзер ABS, система контроля давления в шинах, система активного управления, система помощи при трогании на подъеме, система помощи при экстренном торможении. В полное оснащение входит ассистент дальнего света, функция предотвращения фронтальных столкновений, система удержания автомобиля на полосе движения, парковочный ассистент, активный круиз-контроль и многие другие функции. Кузов нового Kia Ceed SV более чем на 50% выполнен из высокопрочной стали, что привело к увеличению жесткости на скручивание. В числе безусловных достоинств Ceed SV – вместительность, функциональность, безопасность, отличная комплектация. Увеличившаяся доля оцинкованного металла положительно сказалась на коррозионной стойкости кузова. Недостатками можно назвать не очень большие зеркала, не совсем удобный педальный узел, жесткую по российским меркам подвеску.